Мы сейчас находимся в самом центре, около шедевокзала в Минске. На улице дождик моросит. Сегодня 8 апреля. Но тепло на улице, так градусов 11-12, наверное. На этой неделе вообще передают погодку. С понедельника начнет теплеть. Вот такое движение у нас. Сегодня воскресенье. Хорошо, весна. Весна идет полным ходом. Вот какое здание у нас тут. Белорусский державный университет. Построилось не так давно. Лет, наверное, 5 назад, 7. Вот трамвайчик еще старый поехал. А вот это напротив нас, чугуночный вокзал. Это было старое здание вокзала. На месте его построили вот слева. Современное, в 90-х годах. А за ним сразу идет торговый центр «Галилео». Тоже построился не так давно, лет 5, наверное, назад. И за ним сразу автовокзал. А вот наши знаменитые две башни, которые построились после войны, старенькие. Ну все, буду закругляться, пока, до новых встреч.